А теперь о нововведениях. Отныне жители городского округа Люберцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактным способом. Об этом сообщает пресс-служба администрации, ссылаясь на начальника управления транспорта и безопасности дорожного движения Сергея Плитова. Пассажиру достаточно поднести банковскую карту или смартфон к мобильному терминалу, и оплата, согласно тарифу перевозчика, мгновенно спишется со счета. Воспользоваться этим новшеством можно на тех транспортных средствах, на борту которых размещен стикер «Сбербанк». К оплате доступны активированные банковские карты платежных систем MasterCard, Visa и Мир, а также персональные устройства, оснащенные технологией бесконтактной оплаты. Для пассажиров очень удобно. В данный момент я стрелкой пользуюсь. Не очень пока. Лично мое мнение, не очень доверяю безопасности пока. Нормальное явление, нормально. Женщина сейчас я-то мелочью пользуюсь, а женщина нормально платила. Может быть, в транспорте, конечно, это и удобно, но все-таки у людей должны быть деньги, а не карточки. Я просто не доверяю этим карточкам. Удобно, конечно, но если молодежь, она, конечно, везде спешит, куда-то бегом, бегут вечно. Это да, для них. На сегодняшний день подобными терминалами оборудованы все автобусы Мострансавто. А уже к концу мая расплатиться бесконтактным способом можно будет во всех транспортных средствах Люберец. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.